Видите, Рейден? Царство Земли свободно. Было. Кун Лао, нет! Я сдеру кожу с твоих костей, сука. Глупый мальчишка, ты знаешь, кто я? Убийца моего друга. Я Шао Кан, завоеватель миров. Тебе не почувствовать победы. Ты почувствуешь свою собственную задницу. Всем привет, здравствуйте, это Mortal Kombat. Это Mortal Kombat. 9-й. Complete, мать его, Edition. И это тот самый бой с тем самым Шао Каном, да. Все верно, все правильно. Все, уебать, копать, ты что такой жесткий-то, а? Спокойно. Так, я не понял, X-Ray сработает на него? Да. Конечно, сработает, а что, вы думали, нет? Че, я так легко его сделаю? Да не поверю. Нет. Нет, это я слишком расслабился. О, понял? Ты понял? Нет. Не понял, я тоже не очень понял. Вроде бы показалось, что шанс как бы был, правильно? Ёб твою мать. Ну да, естественно. А как это у нас получилось первый раз? С тобой такой... О, он хотел, наверное, X-Ray сделать. Не получилось. Классный прием, кстати. А что, не пробивается снизу, да, Шао Кан-то? Ёба. Блок не работает. Против великого императора внешнего мира у нас ничего не работает. Твою мать. Да я тебя ударить даже не могу толком. Хуя себе. Это жестко. Чувствую, мы будем долго страдать тут, да? О, блин. Ладно. Блин, я не успел ничего сделать. Ты офонарил, что ли, сука? Так, надо какие-то комбухи знать, видимо, за Люкана, потому что далеко мы так с тобой не уйдемся. Я даже ударить его не могу нормально. Как у меня получилось сделать X-Ray в первой... Я уже понадеялся, типа, может, он... Да, я тебя ударю, блядь. Шао Кан Винс, да, это правда. О, это было стыдно. Ого. Уу, найс. А смогу я его запушить? Хорош. Но X-Ray надо было, видимо, оставить на потом, потому что сейчас, я чувствую, будет очень боль. Люк Кан сильный персонаж, я не спорю. Вот. Оу! Да не надо, ну чё ты начинаешь? Люк Кан, нельзя лежать перед таким великим человеком. Ведь быть таким мудаком надо, наоборот, стоять и бить его. Сука, я не могу даже пройти, он не дает мне, видишь? Все мои атаки, все, что я не могу, я могу. Охуеть, не встать. Ладно. Давай еще раз парочку попробуем. Раунд файт. Да ну нахуй, ну что ты делаешь, блин? Пиздец. А? Как тебе такой раз? А как тебе? Лежать, бля. Так, у него X-Ray, тихо. Тихо, ша. Тихо, спокойно. Вот это плохо, вот это херово. Почему? Ну не работает. В чем прикол? Я понимаю, что Шао Кан Вин. Я понимаю прекрасно. Пиздарики, бля. Да, у него сильные атаки, ничего не скажешь. Так, у меня есть X-Ray, я, наверное, пока не буду его, да, тратить. Наверное, нет смысла особого. Почему он не пробивается? В чем прикол, бля? Хорош. Но наше счастье, как говорится, ну такое мимолетное, понимаешь? Во, красиво. Хорош. Хорош, прям нормально. Свидание, блядь. Я был близок. Я был близок, как никогда. Тихо. У нас почти одинаковый уровень. Хуя, что творит, блядь. Ты смотри, зверь, просто зверюга, блядь. Ну, я же перепрыгнуть хотел. О, черт. Ладно, пробуем еще раз. Ха-ха.
Да, сверху он сразу выносит. Тут просто надо выучить его вот эти вот команды, которые он делает. Когда он смеется, я так понял, надо его бить именно в момент. Он уязвим, когда он очень ржет много. Бля! А, это был не X-Ray. Но все равно это было херово. Твою мать. Так, копья летающие не перепрыгиваются. А вот молот можно. Блядский рот. О! Красиво! Вот он посмеялся. И Шаокан опять же побеждает. Это больно. Не работает с первого раза, видишь? Сейчас надо его хоть немножко кромсануть, а потом уже... Так, что, подожди, что по движениям у нас? А, специальные атаки на А. А, фаербол, видишь, направо-налево X, и маленький фаербол тоже только через А. Во, это малютка был, блядь, Шаокан. Сюда, сука! О, боже... X-Ray надо оставлять на потом, потому что, видишь, это херово все заканчивается. Пистарики. Оу, мазафака. Это было больно. После такого, наверное, не живут. Но мне кажется, фаерболы, наверное, не вариант, да? То есть, как бы, не варик. Как-то в первый раз... Нам удалось нормально так его бустануть. Я еще так расслабился, думал, бля, сейчас мы его на изи, короче. Чего они там говорили, что это сложно, непроходимо? Интересно посмотреть на эксперте. Да еб... Так, подожди, влево, направо-налево X. Че он не работает-то? Че прикол? Охуенный прием, бля. Он заблочил? Нет, не заблочил. Он типа заблочил, но все равно получилось как-то бахнуть его вот таким образом, видишь? Нет! Как увернуться от этой атаки, мне просто интересно. Как от этого уворачиваться? Бля, он из дальника бьет. Из ближника бьет! До свидания, бля. Нет! Оставалось буквально немножко, понимаешь? То есть кажется, что где-то вот-вот получится, наверное. Вот, он пытался ударить. Нет, это надо вот так. Пиздец, он накачан. К нему даже реально подойти сложно. Хорош. Толком даже не ударить, понимаешь? Урод, блядь. Пиздец. Сюда иди. Как я его схватил первый раз? Как это работает, бля? Объясни мне. Понятно. Пиздарики. Так, ладно, давай еще раз попробуем. Что у нас еще по движухам есть? Вниз налево X. Улучшенные атаки. Так, вниз. Налево, налево, направо. Это байсикл. Видишь, велосипед можно сделать. Значит, смотри, два раза налево, один направо Б. Похую на велосипед. Вообще срать он хотел, блядь, на твой велосипед. А может и не срать. Слушай, да ладно. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Может, я его заспамлю? Хорош. Подожди, я зря обрадовался. Так, у меня X-Ray есть. Будет сейчас. Хорош. Хорош. Нормально. Блять, ненормально. Юсак, сейчас посмотрим, блять. Нет, нет. Нахуй пошел нахер. Там оставалось чуть-чуть. Говно, боссаны.
Подожди, я что-то забыл. Как там комбинация? Покажи мне еще раз. Покажи мне эти суперкомбинации. А, направо-направо-налево. Направо-направо-налево. Б. На нахуй. На еще раз. Ой. Блядь. Да уйди ты. Не нравится? Мне тоже, блядь, много чего не нравится. Ебалово. Блин, я знаю, он же два раза, типа, бросает. Точно, точно. Блок не работает. Уёбок. На, еще раз. А? Ох, хорошо, я сам не понял, как это... Как это было? На, уёбок. Не убьет, конечно, может, а может и убьет. Не знаю. Нет, останется еще. Есть! Ну, 1-1, 1-1, типа. Ну, хотя бы хоть какой-то прогресс, согласись, да? Извини. По-моему, он же на русском начал ругаться. Не-не-не-не-не-не-не-нет! Я сейчас с паровозом, блядь, этим заспавлю нахуй. Не выебайся, выебайся. Не-не-не-не-не-не! Нет! Нет! Блять! Нельзя! Его пускать близко нельзя! Нельзя! Я не могу уйти! Надо перепрыгни! Перепрыгни его! Перепрыгни его, Люкан, блять! Перепрыгни его нахуй! Тихо, тяжи! Еба! Как это? Ты убей его нахуй! Пожалуйста! Там чуть мне один удар остался! Блять! Я мог, у меня был шанс! Я мог это сделать, понимаешь? Был шанс. Реально, вот реально был. Велосипедом можно спокойно его заспаунить. Он в любом случае у меня пробьется. Вот, вот это сложная хуйня. Иди сюда. Можно было, наверное, X-Ray сейчас не использовать, а юзнуть его попозже чуть-чуть. Еще поспаунить его велосипедом. Вот, не, вот когда он близко, это все пиздец. Видишь, он пробивается, уходим назад. Да близко это. Хорош. Еще разочек. Еще разочек. А вот теперь надо сваливать. Сел. Блять. Оу! Да ёба! Он не пускает меня. Так, а вот теперь X-Ray должен сработать. Вот теперь X-Ray даст мне хотя бы 1-0. Фух. Молодец, но у Императора, как видишь, полный этот. Идем дальше. Пытаемся спаунить его атаками. Пока получается. О, вот это плохо. Слушай, может получится. Бля. Вот, нельзя близко. Давай, родненький. Блять. Уходим, уходим, уходим. Люкан, уходим. Уходи, блять. А вот теперь может получиться. Может получиться. Давай, родной. Вот это было красиво. Вот это было хорошо. Вставай на ноги, сука! Может быть, его еще придется бить или нет? Закон Лао, Шаолинь и царство земли, падла ты такая.
Ух, как разорвало-то его. Смачненько. Это было эпично. Вот и все. Вот и канул император. Поверить не могу. Царство Земли победило. Ты даже заговорил, как нормальный человек. Старшие боги сказали свое слово. Царство Земли навечно освободилось от Шаукана. Но цена победы оказалась слишком высокой. Я повинен в смерти Кун Лао. Я его вдохновил. Нашего триумфа не должно было добиться так. Теперь я понимаю. Он должен победить, относится к тебе. Но для предотвращения Армагеддона ты должен был одолеть Шао Кана, а не Шан Цунга. Этого не может быть. Шао Кан мертв. Но будущее не изменилось. Может, это штука китайская подделка какая-нибудь, не? Или это как бы намек типа продолжения якобы следует? Шао Кана больше нет. Мелина его наследница. Она будет править. Она существует только из моего колдовства. А ты дышишь, потому что я сдерживаю свое. Меня не так просто убить. Куан Чи ускорил мое восстановление. Император, я... Ни единого слова. Из-за тебя внешний мир больше не может поглотить царство Земли. Есть альтернатива, император. Вторжение. Вторжение? Издеваешься? Заклятие Синдел не позволит мне ступить в царство Земли. Вы не думали, почему ваша жена-императрица решила предать вас именно таким образом? Конечно же. Но даже спустя тысячелетия ее мотивы остаются загадкой. Она поняла, что меры безопасности, предложенные старшими богами через смертельную битву, всего лишь вымысел. Она пожертвовала собой ради защиты, которую не смогли дать старшие боги, чтобы царство Земли не пострадало, как пострадала Земля. Действительно. Я овладел необходимыми чарами для ее воскрешения. Ее заклятие исчезнет. А вместе с ним и барьер, мешающий вам войти в царство Земли. Разумеется, я верну ее вам, и она будет намного послушнее. Это очень щедрое предложение. Я лишь жажду служить, император. Я устал от колдунов, Куан Чи. Докажи свою ценность, приведи ее ко мне. Синдел. Куан Чи. Шао Кан ждет вашего возвращения. Император. Да. Что с Китаной? Китана теперь на стороне царства Земли. Значит, она мне больше не дочь. Отведи меня к Шао Кану. Да, императрица. Вторжение в царство Земли теперь можно начинать. Глава 12. Страйкер.
Подожди, то есть это не финал, типа, был? Вот это я сейчас губу раскатал, что это, типа, был финал, я обрадовался, а это ни хера не финал. 15, 16, 17 и 18. Кабал, походу, нас наебал. База, это Орел-2. Мы насчитали 18 монстров, движущихся к вам. Орел-2, конец связи. Этого не должно происходить. Не об этом я думал, когда клялся служить и защищать. Что это? Думаю, сперва нужно стрелять, а потом спрашивать эти тупые вопросы. Да я только за. Это рептилия, друзья мои, рептилоид. Сука, меткие, конечно, практически как мы в Расте с Женей. Точно так же. Пистолет. Оно вам не поможет, жалкие людишки. Что это было? У нас в школе тоже такие лизуны продавались. Довольно! Только ты и я, уродец! Блин, я думал, это финал. Я думал, там финал, рили. А это нихуя не финал. Сюда иди, ща. Да, было бы коротковато, наверное, да? Так. Сюда иди. Ящерица чертова, блядь. Вау, там летают какие-то драконы. Вставай, давай. Хорош. А чё как-то он не больно его бьёт? Чё ты хотел сделать, я не понял. Да сюда иди, хули ты прыгаешь-то, блядь. О. Понятно, я понял. А вот это ты понимаешь? Язык боли, видимо, только для тебя понятен, да? Рептилия сраная. Так. Иди сюда, мыха. Фонарик не сработал. X-Ray не замутил никак. Меня бесит, что он все время уходит, понимаешь? Иди сюда, давай. Я не буду к тебе ходить. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, правильно? Правильно. В данном случае Страйкер — замечательная гора. Да ебаться! Копаться, что ты делаешь? Сука, драконы, Дейенерис, где ты? Мне нужна Дейенерис. О, если он меня сейчас убьет, то вообще зашквар будет. Нет. Страйкер. I'm Страйкер. Давай, сделай все. Свои, видишь, у него на кепке написано «свои». Ну, если свои, то что биться-то, драться, если все свои, блядь. Все ж кругом свои. Так иди ты, блядь, задумал меня уже. Ящерица, блядь, ссаная. Давай. Еще разок. Понял, я тебя прекрасно понял. Неприятно. Неприятно, понимаю. Ну а что делать? Какие у нас с тобой варианты? Я сейчас думал, 20 минуточек серия, думаю, короткая получится. А может, это специально такой первый бой с Шауканом, типа на изи, да? Потом Синдел появится, потом восстание, вторжение, охуение. Страйкер вин, да. Плюешься? Показываешь язык? Держу пари, твоя мамаша очень тобой гордится. Ведь я у нее дома часы забыл, да? Давай, спускаемся на улицу. Здесь мы в опасности. Внизу небезопасно. Лучше там, чем тут. Ты кто? Кто это такой? Пацаны побежали к трейлеру Battlefield. Хотя здесь этот, Годзилла, я смотрю, да? Типа местный аналог Годзиллы. Страйкер, зацени ее. Что думаешь, друг или враг? Вилкой в глаз или в жопу, раз еще спроси. Прикрой меня. Это оружие в руках абсолютно не нужно. Эй, что ты там делаешь? Ищи, с кем бы поиграть. Давай поиграем. Только чур, сиськами трясти мы не будем сегодня, ладно? Бля, она... машины ездят. Там машина проехала, прикинь. Тачка, реальная машина. Кто-то настолько заслоупочил, что не понял, что надо из города уже линять было по-хорошему. Так, Страйкер. Ой, так с девушками нельзя. С девушкой так нельзя. С девушкой так нельзя. О, я ослепил. Сучку ослепил. Нормально. На нахуй. И так, в принципе, зубы не очень.
А теперь еще и пластику лица придется... Нихера, сколько он снял с нее! Ну, в том смысле, что жизнь снял. Да ударь же ты! Еще машина. Ниндзя Мим, Джонни Кейдж. Кстати, да, Ниндзя Мим. Есть такой, я помню, в мобильной версии, и, по-моему, даже на компе был. Скин, где он якобы мим. Так, мне Страйкер не нравится. Ну, честно, как персонаж, чуть не особо. Хорошо, давай еще раз так. Можно еще раз так сделать? Уай. Так, делала кровавая Рейн. Но Мелина тоже так может. Так, вперед-назад. О, красивенько! Мне понравилось. Хорош. Нормально. Ты пойдешь со мной. Так, а где Дейнерис-то? Где, где? Если Игра Престолов уже началась? Бля. Кто ты, мать твою, такой? Я не заказывал суши. Ты в норме, чел? Джонни Кейдж сражается с гигантским монстром. Это что, сокрушая время? Этот парень только что выстрелил молнией из собственных рук. Как он это сделал, гад? Я без понятия. Блять, не пугай же так, сука! Сосредоточиться. Создадим видимость того, что мы опасные. Мы даже не знали, как его зовут. Но он умер. Люди. Не такие уродливые, когда говорят. Нихуя себе, бля. Суждаю, слышь, кентара хуярова. Ой, ой, куда? Плохо, 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 плохо. Машина еще проехала, прикинь. Блядь. Кентара! Я не понял. Кто тебя выпустил, блядь? Где запашные? Так. Падай. Так, что там у нас? Хорошо, хорошо, хорошо. Но у Кентара сейчас будет приемчик такой новомодный, стильный, блядь. Вот-вот. Вот я про это и говорил. А? Мне тоже много чего не нравится. Да уйди ты нахер. Брейкабл. Но я думаю, до X-Ray мы не дойдем. Не получится. Схватить его тоже нельзя, он не разрешает. Киска в зоне риска не позволяет, видишь, подпускать себя близко. Да ударь ты его, блядь! Хорош. Укротитель кентаров. Кентаров. Олег Кентаров. Всем привет, с вами Олег Кентаров. Не, ну Олег Страйкер как-то было странно, как-то по-школьно, по-школотински, да? Да ударь ты его, блядь! Сложно играть за человека. Он же человек, по сути, правильно? То есть у него фонарик, электрошокер и кепка, блядь, охранника из пятерочки. Так, давай. Фонарик хороший. С Алиэкспресса, видимо. Все, до свидульки. О, и шокером прям в табло, бля. Куда? Блять. Да что ж ты будешь делать? Нет, 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 мой друг, бля. У меня есть для тебя спаун-атаки. Припрятанные специально для такой непослушной киски, как ты. Да ну ёб твою. Нет! А он добьет, блядь, он добьет меня, пиздец. Там один удар оставался. Ты прикинь? Он меня добивает своим X-Ray'ем сраным. В самый неподходящий момент для этого X-Ray'а. Ладно, давай еще раз. Хорошо, ублюдок, блядь. Из-за тебя придется... Вот из-за тебя придется играть финалочку. А я не хотел. Красивый удар, кстати. И сверху хуярит, и снизу добивает. Левый... Как бы коронный, второй похоронный, да? Нет! Кто тебе разрешал так делать? Видишь, даже в царстве земли люди могут навалять и кентаром всяким непонятным. Давай уже, блядь, херач его! Готово. Самолет упал на заднем фоне. Это было грустно. Не знал, что я на такое способен. Кабал! Кабал! Я еще говорю, как мы не знаем, как его зовут. Кабал его зовут. Запрашиваю медиков. Текущие координаты, Кабал ранен. Время прибытия 10 минут. Что за хуйня? Повторите. Говорю, что за хуйня творится здесь? Чего? Куда? Это классная локация. Одна из моих любимых, помню, была.
Тут можно было делать типа добивание с поездом, по-моему. О, Эрмак. Император получит твою душу. На, возьми, подойди, возьми, блин. Смельчак херов. Ермак. Сейчас мы Ермак... Этого Ермачину быстро. Ну, все в порядке, блин, все нормально. Локейшн прямо under control. Да уйди ты, ну, на... Понятно. Так. Надеюсь, его глава быстро закончится. Ну, что такое, ну, блядь, человек, ну... Я понимаю, хочется каких-то возможностей, всяких там приемчики, хуемчики, но тут этого нет. Я даже упасть не могу, понимаешь? Ни хрена себе! Не сработало на Ермака освещение, понимаешь, мое? Моя лампочка, бля, не повлияла. Ладно. Я не думаю, что с ним будут сложности, просто что-то мы расслабились. Я думал, что с Шоуканом как бы все, но я ошибся, понимаешь? Только крыса будет вначале использовать X-Ray, понимаешь? Вот просто в самом начале. Притом он забирает довольно достаточно много жизни. Почему у Ермака красная кровь? У него же должна быть другая. Спокойно! Вот это хорошо было. И это тоже неплохо. Это меня немножко покоробило, конечно. Он, сука, блочит почти все, понимаешь? Проблема Ермака? Вот так вот. Иди сюда, давай. Нет! Иди сюда, сука! Нет! Сука, ну удар! Один удар осталось делать. Давай еще раз. Хорошо, я готов. Угу. Не доцело, бля. Ну ты понимаешь, ну как не родной. А подножка неплохая тема. Сбиваешь его с ног и потом делаешь вот этот топовый удар. И он слева, блядь, и справа. Ну допустим. 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 Так, у него X-Ray, это плохо. Все, проебал X-Ray. Ха-ха, дурак нахуй. Так, все. А он должен быть якобы ослаблен. Слушай, а как пистолет? Я что-то как-то наугад пару раз сделал его. Ганшот. А, направо-налево X. Ха-ха, хорош. Неплохо было. Так, пока копим X-Ray. А вот теперь можно. А вот теперь тебе уже некуда деваться. Какой звук, да? Как по этому, как по металлической полой трубе. Все? Вставай! А, он уже не встанет. Ермак уже не встанет. Ха, полагаю, что душа останется сегодня при мне. Я искал тебя, кретин. А, Кёрти Страйкер. Ну, ты меня нашел, кто ты? Я Найтвульф. Лорд Рейден собирает защитников Царства Земли. Ты один из них. О чем ты мелешь, мать твою? Рейден возглавляет земную оборону против захватчиков из внешнего мира. Он наша лучшая надежда. Защитник Земли... За это мне должны платить 10 раз больше. Вижу, ты в себе сомневаешься, даже после твоих побед. Идем. Ну, стрелять не надо. Надо просто идти. Что? Какого лешего? Где он? Медики еще не прибыли. Возможно, он отправился за помощью. Нет, он был серьезно ранен. Кто-то его забрал.
Неплохо. Так Канна его и забрал, получается. А где он все это сделал? Где он взял эту маску? И же надо было как-то сделать чего-то. Глава 13. Кабал. Спокойно, приятель. Ну и сильно же тебе досталось. Канна. Собственной персоной. Я горел. Обгорел до хрустящей корочки. Хорошо, что я тебя нашел. Я ужасен. Магия Шэнсунга исцелила большую часть тебя. Но твои легкие... Сними ее. Нельзя, братан, она навечно с тобой. Без маски не можешь дышать. Я урод. Давай, покрути ими. Я больше ими не пользуюсь. Да, теперь ты добрый полицейский. Черный дракон без тебя совсем не тот, приятель. Ты должен вернуться. На этой войне мы при деньгах, бро. Ты продал этим монстрам оружие. Виновен по всем статьям. Это твоя вина. Что ты завелся? Я должен был умереть. Сейчас ты умрешь. В следующей серии, пожалуй. Можно будет навалять Канна за все, что он там плохое сделал. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Увидимся в следующей серии. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.